Никогда не догадаетесь, куда я сегодня иду. Нас, ой, как скользко, боже мой. Нас с девочками из нашего Playdate Brooklyn пригласили на радио. Радио Freedom FM называется, находится в Бруклине. И сегодня у меня будет необычный опыт. Будем выступать в прямом эфире на радио. Покажу немножко, как вообще оно, это радио. И если интересно, смотрите. Вышла из дома очень рано. Проснулась, конечно же, еще раньше. Даже раньше, чем будильник. Вот иду на метро. Непривычно, но что делать? Море. Так, у нас Нью-Йорк торопится, спешит на работу. Такого я еще ни разу не видела. Вот такую гору мусора, в которой могут быть крысы. Это ужас какой-то. Вот таким образом вынесли. Вот приходится по тонюсенькой такой дорожке проходить. Слава, скажи привет. Ты так и вырос? Чуть не снимается его. Что? Это даже волнительно, интересно, необычное ощущение, но очень здорово. Первый год материнства, он так прошел для меня немножко в тумане, но вот еще нас, да. Ну что, все, у нас закончилось наше шоу. Ой, мамочки, было здорово. Девчонки, как вам понравилось? Страшно было? Да, классный опыт. Да, мы немножко волновались, но было интересно. Вот, так что не у каждого в жизни выдается такой шанс выступить на радио, тем более еще в прямом эфире, без подготовки. Но нам очень понравилось, и мы будем дальше работать. Работать, может быть, когда-нибудь на телевидении выступим. Так, кстати, Нью-Йорк готовится к шторму, к метели. Посыпает вот такой солью. В принципе, больше никакой подготовки и нету. Не знаю, как это все будет ставить. Ну, посмотрим.